Арине Самойловой всего 10 лет, однако талантов не счесть. Девочка любит узнавать новое, особенно читать книги. Чтобы речь была грамотной и красивой, учит скороговорки. Есть те, которые произносить легко, рассказывает Арина. А вот над некоторыми надо хорошо потрудиться. Нужно очень много тренироваться. Если что-то не получается, нужно все-таки идти к своей цели и добиваться того, что ты хочешь. А какая у тебя любимая скороговорка? У меня Клара украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет. В Самаре в библиотеке номер 15 отметили яблочный спас. Детям и их родителям рассказали про особенности праздника, а также о русском фольклоре. Гости дружно отгадывали загадки, учились произносить скороговорки и вспоминали пословицы. Организаторы говорят, только со стороны кажется, что работать с детьми легко. На самом деле к ребенку надо найти подход. Кого-то там погладить, подойти в головке, кому-то что-то сказать, ну давай, не бойся. Ну вы сами видели, что мы, в общем-то, с детьми находим общий язык, и они идут с нами на общение. У тебя под ногами грязь? Также все желающие могли принять участие в мастер-классе по изготовлению открытки. Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.